И я не прошел по конкурсу. Было 5000 с лишним заявлений, а принимали 20. 12 мужчин, 8 женщин. Я читал басню «Кот и повар» Крылова, стихотворение Пушкина «Гусар». Юткевич сидел, для меня Юткевич был, знаете, бог. Громко стал читать, и он мне говорит: «Достаточно, все ясно, идите сюда». Я шел туда, с такой приподнятым настроением, ну, конечно, сразу увидел, что талантливый. Что там дальше смотреть? Тут, товарищ Никулин, вы не подходите к кино. Я говорю: как? Упавшим голосом. Понимаете, дело в том, что вы не фотогеничны. Я говорю: а что это? Он говорит: ну, понимаете, это значит, что ваше лицо, понимаете, такое, что оно не очень хорошо будет пропечатываться на пленке.